Вот мы опять заболели. Да. Да, сына? Да. Вторая волна опять к нам пришла. Добрый день. Обещанная. Знакомые мне говорили, что вызывали врачей в начале февраля и говорили, что будет вторая волна, которая будет в конце февраля, после 20-х чисел. Вот оно все и случилось. Просто я в шоке. Я уже за это, конечно, забыла и думать не думала. Ну, Эмиль сейчас смотрит сейчас мультики, кашель, насморк. Я тоже заболевшая. Выгляжу не фонтан, поэтому пока не могу снять вам даже видео, которое я сегодня планировала, в принципе, очень много заснять. Не то, что очень много, но я просто хотела по плану то, что у меня было запланированное, но у меня, честно говоря, просто нет сил, энергии. Я не могу снимать видео, когда я не так выгляжу, как мне бы хотелось. Не так себя чувствую. Да, сынуль, смотришь мультик про Олег, да? Угу, хорошо. Хорошо, все видят. Вот, поэтому надо приводить себя в порядок, сил просто нет. И надеюсь, что завтра после тренировки, я надеюсь, что я дойду до тренировки и все-таки завтра что-то засниму. Приведу себя в порядок, это мне даст энергию, надеюсь. Надеюсь, что сегодня я себя подлечу всякими лекарствами и чайпитием. Начали новую серию киндеров. Посмотрите, какие прикольные. Где я покажу? Тут все Супермен, Бэтмен. Все из Марвел. И нам сегодня попался Халк. А где Халк? У тебя. Покажи, я ж только хотела показать его. Вон он лежит, возле машинки. Покажи нам. Принеси, пожалуйста. Какой Халк. Давай, посмотрим. Давай. Вот такой у нас Халк. Тебе. Классный. Да что, мне это уже не надо. Так что будем теперь новую серию собирать. А вы собираете? Кстати, купили их в АТБ. Чтоб знали. Я еще ни день в других магазинах не видела, только в АТБ. И вот теперь будем собирать. Итак, сейчас буду обедать. Вот такой вот у меня салатик, огурцы. Помидоры здесь нету. Листья салатов разных, итальянских. Оливки. Как всегда, мой любимый соус гранатовый. Чуть-чуть соли. Иногда вообще даже не добавляю. Огурчики и сладкий перец. Вот и такой вот у меня салатик. И сейчас разогревает себе плов. Мой плов как раз разогрелся. Плов, получается, здесь он у меня с тыквой и пару кусочков индюшиного филе. Только его сделали как такие, как котлетки. Вот они получились. Потому что индюшиный фарш был. Мы сделали суп как раз фрикадельками с индюшинами. И вот как раз то, что осталось, добавили сюда еще. Всем приятного аппетита, кто кушает. Вот еще с вами хотела поделиться вот такой вот покупочкой от Виши. Это шампунь и бальзам. Вообще очень классный. Если у вас волосы тонкие, ломкие, то я вам советую. Вот, например, этот бальзам, он уплотняющий и восстанавливает для утонченных и ослабленных волос. Не содержит парабены, силикон и красители. Очень вообще шикарный. Возьмите себе на заметку, вам он очень понравится. Здесь 150 мл. И здесь вот такая вот тоже шампунька. В ней сколько? 250 мл. Вообще просто шикарные. Вот моя шампунь, которую от Виши взяла против сибореи. Вообще тоже он идеальный. Просто на втором мытье я вообще даже забыла, что это такое. Чистые корни у головы, нет ничего, никаких там ни перхоти, ничего, ни шелушения. Вот. И плюс я еще делаю скрабирование солью. И еще один спрей вам тоже потом покажу. Ну, в общем, вот этот шампунь обязательно попробуйте от Виши. Он, цена соответствует качеству. Если вы с Украины, самая лучшая цена сейчас в копеечке в аптеке. Я надеюсь, что в вашем городе есть. Вот у нас в Харькове в копеечке. Просто шикарный.
Ну, я очень довольна. Я всегда думала, что здесь будет только шампунь из-за того, что цена, и она ничего не поможет. Нет, на самом деле Виши очень сейчас меня очень порадовал с тем, что я раньше пользовалась долгое время, года, наверное, 3, может, больше, от Натур Сиберики, но сейчас решила вот так сменить. Поэтому советую, посмотрите, присмотритесь. Итак, мой любимый момент. Пришла ко мне посылка. Вы уже, наверное, понимаете по картинке, что, возможно, ко мне пришло. Сейчас будем с вами открывать и смотреть. Если честно, сама уже даже не знаю, что мне прийти. То, что я заказала. Точнее, я знаю, но я не знаю, это как будет на вкус. Так, как всегда в коробках еще гости. Таких штучек всяких. Ох, заказала. Люблю такие, кстати, шарики. Классно. Да? Сейчас все открою. В Инстаграме есть страница торговой марки Atlantis. И как раз вот я ей безумно рада. В аккаунт у меня пришла посылочка. Только рекламирую то, что мною проверено, то, что я знаю, в чем я уверена. Вот такой вот у меня мускат полусладкий, белое вино и красное вино Пино Нуар Мерло, сухое красное. Буду дегустировать, они сейчас в обновленных уже бутылках, этикетках. Но раньше я работала, что могу сказать, 2,5 где-то года или 3 я проработала на этой фирме. И была и промоутер, потом стала мерчендайзером. Могу сказать, что продукция вообще отличная. И когда я на Украине, то всегда, если я покупаю вино, то только, конечно же, именно это, потому что оно проверенное, только из натуральных компонентов, и мне оно безумно нравится. Так что оставлю вам ниже ссылочку в описании, посмотрите. Ну а вот мой сейчас уход. Вот смотрите, например, сравним. Вот этот шампунь от Виши 387 гривен. В копеечке он где-то 330 или 340 гривен стоит против сибореи. Там еще есть тоже либо кондиционер, либо бальзам, я уже не помню, этой же серии. Но я не взяла, потому что я пользуюсь другими масочками и... как бы я в нем сейчас не вижу необходимости. Главное, чтобы вы очищали кожу головы, а это как бы самое важное. А там уже какими вы будете другими уходами, это уже не имеет значения. Но, в принципе, в комплексе тоже можете купить. Вот моя вообще просто палочка-выручалочка от Profi Style. Не так давно для себя ее открыла, вот год ей пользуюсь, но могу сказать, что это очень бюджетная находка и очень классная. Двухфазник кондиционер, вот для блондинок, он там есть разный, есть не только для блондинок, для брюнеток, для кучерявых волос там. То есть, посмотрите, я покупаю его в магазине на Сумской, есть там... точнее, даже не Сумской. В общем, если вам нужно, я точно вам адрес скажу. Там вообще очень хорошая цена. И плюс я говорю как бы на карточку своей знакомой парикмахера, и она мне дает скидочку еще. Но не всегда я ей пользуюсь, потому что иногда я просто забегаю и не хочу отвлекать людей и созваниваться с ними. Просто покупаю и все. Она где-то 80 гривен стоит. То есть это очень-очень экономно, очень классно. И вот такая вот у меня находка еще Вэлла для блондинок, то, что надо. Я попробовала, долгое время тоже я когда-то пользовалась Вэллой, потом перестала, но сейчас я понимаю, что это очень классная маска. Она мне очень хорошо сохранила мои волосы, точнее даже помогла их уберечь от такого пекучего солнца. Это легкая крем-маска для защиты и усиления яркости цвета, окрашенная нормальных и тонких волос, придает им ухоженный внешний вид, эластичность и насыщенный блеск с бриллиантовой пыльцой.
эксклюзивная салонная формула. В общем, находка просто. Мне блондинка, как раз моя клиентка, оставила, у нее шикарные волосы. Я говорю, как вы по месяцам отдыхаете за границей, и так выглядят у вас волосы. А у меня на солнце уже были они как мочалки. И вот она меня, вот этой Веллой, и спасла. У меня там осталось ее уже на донышке. На донышке я уже как... заговариваясь. Ну, в общем, ее надо мне обязательно приобрести будет в этом сезоне, чтобы ее взять с собой. И вот такая вот у меня есть бадья. Я также ее брала с собой, эту маску. Вообще супер, очень классная. С жожоба и кератином. Когда я вижу, что у меня уже волосы в очень таком плачевном состоянии, я, конечно же, их возьму. Сразу буду этой масочкой. Где-то на 5-10 минут ее нужно держать. Эту я могу там 2-3 минуты и уже смываю. Но ее тоже можно 5-7 минут держать. Это уже желательно еще подольше, вот смотрите, 5-10 смыть водой и применение один раз, два раза в неделю. Эту я делаю там раз в две недели, там раз в неделю точно. Это как бы я их чередую, вот. Интенсивное восстановление, предназначено для ухода за сухими и поврежденными волосами, содержит активный комплекс жожоба, кератин, тут микропротеины, пшеницы. В общем, очень-очень классная находка, тоже профи-стайл. Посмотрите, присмотритесь, цены просто от профи-стайл мне очень нравятся, они не кусаются. И качество, за качество я точно вам гарантирую, что вы будете очень довольны, мне потом еще напишите отзыв. Не знаю, находятся ли они в России, либо нет, есть ли они, но вот в Украине, кто с Украины меня смотрит, обязательно присмотритесь. Вот такие вот у меня уходы. Я вам снимаю отдельные видео, но вы, видимо, может, смотрите только влоги, поэтому пропускаете отдельно уход мой за волосами. Вот такой вот у меня уход, именно который я, которым пользуюсь, который покупной, не который я делаю отдельно еще маски. Который отдельно маски, я вам скину ссылочку ниже в описании.